городом я знакомлюсь и до сих пор продолжаю знакомиться. Все-таки человек здесь новый. Вот, знакомлюсь его с историей. Насколько мне вот известно, да, вот он был рабочим поселком. В 1938 году он был преобразован в город. В 1954 был преобразован в город областного подчинения. Насколько я успел познакомиться, город, он, конечно, интересный, развивающийся. То есть происходит новое строительство. Новое жилье строится, развивается инфраструктура, вот, где у нас граждане наши местные работают, я думаю, интересно. Вот. Как и для жителей, так и для нас. Смотря на город, и нельзя сказать, что у нас здесь, конечно, все хорошо, все в порядке, есть определенные проблемы, есть трудности, которые мы, значит, видим, наблюдаем их, и отсюда мы планируем свою деятельность и будем ее планировать. То есть, ну, если взять такую наболевшую проблему, наверное, это не только для города Ивантеевки, но и всей территории Московской области, это обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилья. Ну, как я уже сказал, город строится, развивается, жилье выделяется, а мы, в свою очередь, будем наблюдать за законностью данного выделения жилья. Можно обозначить такую проблему, как взаимодействие, ну, может быть, не проблему, а... Будем смотреть, как у нас контролирующие правоохранительные органы между собой взаимодействуют и осуществляют профилактическую работу, то есть преступления и правонарушения. Ну, мы свою деятельность планируем, будем планировать, и думаю, что наша деятельность будет достигнута, нашей деятельностью будет достигнут положительный результат. Вот нашу Ивантеевскую городскую прокуратуру в связи с приходом нового начальства, вас ждут какие-то кадровые изменения? Ну, вы знаете, вот познакомившись с коллективом, я считаю, что коллектив достойный, вот, давно сплоченный, и они профессионалы свое дело. Поэтому каких-либо кадровых изменений мной не планируется. Вы знаете, вообще самое главное моей целью является это верховенство закона, соблюдение прав человека и граждан. Но в первую очередь, в данный момент, это население города Ивантеевки. Поэтому вся наша деятельность, она будет направлена на это. Вот. Но основной будет упор, то, что я считаю нужным в деятельности органов прокуратуры, это координационная деятельность, межведомственное взаимодействие, чтобы у нас все контролирующие органы, не каждый сам по себе отдельно работал, а работали они как единый целый механизм.